немножко прогуляемся по скверу возле Зимнего театра. Такой заборчик загоражен. Это большой алоэ. С этой стороны такая большая коряга. Цветет тут сколько что-то, цветет. Это ромашки или не ромашки? Ну, похоже как. Желтенькие, красивенькие. Там вдалеке Зимний театр. Это юка. Юка. Дорожка небольшими камешками устелена. А так тут так. Уединились немножко. Вдалеке от дороги. А здесь что-то еще подрастет немножечко. С той стороны даже дома, отели какие-то небольшие. А здесь тоже зарастет, наверное, да? Сейчас уже осень. А, это вообще розы. Это огромные розы, вот. Это розы такие большие. Конечно, уже сейчас осень. Уже они отцвели. Да. Бамбук растет. Очень быстро. Есть небольшой прудик. А вон черепахи, черепахи, черепахи. Черепашки. Вот она, одна вылезла. А, они тут две. Остальные плавают. А там дальше рыбки какие-то небольшие, блин, даже плавают. А эти вылезли, что хотят. Да-да-да-да, вон, я вижу, снимаю. Вот они две. Две спрятались. Привет. А, там уточка дальше плавает. И на той стороне вон они сидят, кучка там их. Ага, классненько здесь так. Сейчас с другой стороны пройдем. Не боится? Скажи, я вас не боюсь. Черепашка. В этом пруду живут черепахи. Фонтанчик небольшой там, уточек. Ну, это искусственные уточки. Да, вот у них там домик. Они там прячутся от людей. А там здесь так классно. Живая изгородь. Сегодня 14 октября. Передавали 18 градусов, но на самом деле на солнце все точно 25 есть. Так, что здесь? Здесь небольшой такой тоже уголок. Магнолии большущие. Это олеандр. Пойдем дальше погуляем. А эти веточки раньше букет в школу 1 сентября добавляли. Это можжевельник, я знаю. А так тут вообще хорошо. Были бы лавочки. А может быть, здесь где-то еще есть лавочки? Вот, по газонам не ходить. Выгул собак запрещен. Видеонаблюдение ведется. О, здесь еще больше. Какие-то ягодки на деревце. На деревце ягодки. Как облепиха наша, да? Здесь самое главное не упасть. Вон они. А там вообще между дерева на веточку залезла. И вот там их семейка. Да им тут вообще классно. Ага, поплыла, поплыла.
Интересно, куда она плывет? Здесь меленькие рыбки в водичке. Так не видно, но плавает. А я говорила, лавочек нет, не есть. Вот как раз возле прудика можно присесть. Вот он пруд. Погулять. Вон они сидят на камешке. А здесь камешки, заборчик. А тут можно, наверное, работники проходят по спилам от деревьев. И вот там за ними, наверное, ухаживают. Это деревце посажено внутри. Бесплатный вход. Можно зайти, посидеть, погулять. Кто не торопится куда-то, если идти, передохнуть, полюбоваться красотой и дальше идти. А это шикарный бананчик. Дерево. Ну-ка, а есть что-нибудь здесь? Нет? Какие-нибудь завязи, плоды? Нету. Листья одни большие. Шикарные. Банановые. Это миниатюрная сосенка. Не знаю. Это ж надо, это что за такое дерево? Оно так согнутое вниз растет. Вниз растет. Как будто его так сверху придавили. Кот! Кот, привет! Кот охраняет. Кустики цветут. Ну, такой приятненький вкус. Запах. Запах приятненький. Пальмочки. Пальмочки. Вот. Иди, Славочки. Котик, ты там кого нашел? С листиком играет. Ну да, не видно. Если была бы мышка, шевелилась бы. Я вот одно не пойму. Там я думала, что это розы. А сейчас посмотрела, здесь наверху такие ягоды, как у шиповника, висят. Интересно. Может, это вообще шиповник какой-то, а не роза. Дорожка даже, она с камешков. А, там выход, да? На выход уже идем, да? Идем на выход. Так, здесь хорошо. Хорошо. И деревья, и тенечек. Каких-нибудь еще птичек тут не хватает.